Для того, чтобы более наглядно и понятно объяснить, как пользоваться модификатором Mirror, я начерчу небольшой сплайн. Так, немножко отодвину. Вот, выглядит он будет примерно вот так. И, допустим, мне нужно сделать какой-то определенный элемент абсолютно симметричный с двух сторон. Ну, например, это будет какая-то ручка. И вот, смотрите, я... Ну, пускай она у меня будет такая немножко непонятная. Вот, как-то вот так. Ну, немножко не дотянул. Можно подредактировать, конечно же. Вот. Вот, мы отредактировали. Теперь выбираю Line, модификаторы и ищу модификатор Mirror, то есть зеркало. Этот модификатор позволяет отобразить то, что у нас есть, согласно какой-то оси. Или же осей. У нас есть ось X, Y, Z, ZX, YZ, X, Y. Все бы хорошо, но мне нужно сделать то, что у нас было, но только с двух сторон. Я нажимаю копи. Теперь оно максимально похоже. И нажимаю, точнее, и в параметре offset, в options, я начинаю этот объект смещать. И вот, пожалуйста. Такой объект мне нравится. Все. Это похоже уже хоть на какую-нибудь ручку. И мне не пришлось чертить полностью вот этот вот весь объект. Он абсолютно полностью симметричен.